Друзья, всем привет! На самом деле, пока ребята настраиваются, хочется сказать огромное спасибо тем, кто организовал этот праздник для поклонников, которые смогли прийти, посмотреть. Вау, с флагами даже! Ну, конечно, отдельное спасибо всем инфоспонсорам, которые действительно организовали этот праздник. Спасибо! Мы сегодня постараемся спеть живым звуком, правда. Поэтому не следите строго. Нам просто один умный человек сказал, что если хочешь научиться когда-то петь, ты не рискуй, ну как бы, не рискуй, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хочешь научиться хорошо петь, пой всегда вживую. Поэтому мы решили, что чё уж там, как говорится, далеко ходить, пора бы и спеть. Готовим для вас зажигательную программу. Сори, что настраиваемся долго, но правда, так получается. Дима, ну ты сегодня божественно по птичьи прекрасен. Ну перестань ты. Здесь смотрели таких. А ты где? Голос сверху. Я... О, бог, наконец-то. У тебя голос ведущий МСТВ. Вау. Товарищи, можно я представлю? Не могу вот не представить музыкантов группы Four Points. Я собирался это тоже сделать. А, ладно. Потрясающая и замечательная бас-гитара у нас Саша Михалюк! В простонародье Беляев. Говорят, похож. Замечательные барабаны Илья Зеленов. Ну и, конечно, самый лучший соло гитарист, гитарист, автор песен, ведущий Эйгон, правда, Экс, но это круто, Димка Першин. Ну, сегодня, скажу я вам честно, побывали мы на нескольких светских мероприятиях, там было очень тупо и скучно. Хорошо, что здесь сегодня много молодых, интересных, прогрессивных ребят, которые наверняка захотят потанцевать, попеть вместе с нами. Мы будем этому искренне очень-очень рады. Доктор. Thank you.
Песня интересная, песня необычная, песня про жизнь и про любовь, на самом деле, про большую и невероятную. Песня «Ты и я».
Ну что, друзья, спасибо всем огромное. До новых встреч в эфире! Ну и, как водится, хорошего настроения.